Добрый вечер всем. У нас опять стреляют, опять палят. Ой, вы знаете, уже как-то по истечении 2 недель начинаешь к этому всему привыкать. Не так уж это и страшно. Становится как-то все равно. Раньше, когда, наверное, из артиллерии стреляют. Но раньше, и причем недалеко, я думаю, может быть, в километре от меня, может быть, даже ближе. Раньше, когда происходили эти выстрелы, то как-то хотелось сразу от окон подальше убежать. А сейчас уже сидишь такой, телевизор смотришь, уже как-то становится все равно. Но все равно так хочется, чтобы быстрее это все закончилось, конечно же. Потому что хочется вернуться к своей прежней жизни мирной. Хочется пойти в парк. Я уже не помню, когда я последний раз в парке была. Наверное, где-то 3 недели назад. А раньше мы все время гуляли в парке. Очень верю, что скоро все закончится. А так пока, как вы видите, свет есть, интернет есть, вода есть, отопление есть, у нас все есть. Я сейчас стираю вещи, все просто отлично. Кроме этой войны. Я стараюсь не унывать. У нас во всем нужно находить положительные моменты. Так вот, положительные моменты всего сегодняшнего дня я решила, что... А когда бы я еще вот села, остановилась, понимаете, моя жизнь, она была наполнена гонкой, постоянной гонкой, погоней за антиквариатом. Я все время искала шедевры, я искала шедевры просто до изнеможения. И вот только сейчас мне удалось сесть, ничего не делая, собраться со своими мыслями, пересмотреть все, что было до, и подумать, что будет после. Как дальше я буду жить? И моя семья, и что мы дальше будем делать, когда наступит мир. Я уверена, мы выживем.